Успешное мероприятие – это настоящее произведение искусства. Это талант, помноженный на трудолюбие и опыт. Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» стал современным воплощением полувекового опыта международной компании «Экспофорум International». Новый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» способен принимать деловые и культурно-развлекательные мероприятия любого масштаба и сложности. «Экспофорум» построен в полном соответствии со стандартами Всемирной ассоциации выставочной индустрии. Три павильона и конгресс-центр, соединенный крытой галереей. Таможенно-логистический комплекс, два отеля сети «Хилтон», бизнес-центр, бесплатная вместительная автостоянка. «Экспофорум» расположен на Пулковских высотах, самой высокой точке Санкт-Петербурга. В 5 минутах от аэропорта и кольцевой автодороги. От ближайших станций метро курсируют бесплатные автобусы. Главное достоинство «Экспофорума» – это многофункциональность. Павильоны построены по бесколонной технологии, а конференц-залы трансформируются благодаря мобильным перегородкам. На этой сцене компания реализует самые смелые и яркие произведения конгрессно-выставочной индустрии. Самый современный в Европе конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» получил множество международных наград. В 2019 году признан брендом Санкт-Петербурга. Все направления деятельности «Экспофорум International» – это идеально настроенные инструменты, и от каждого из них зависит финальный результат. Экспозицию задает генеральный застройщик площадок. F-Design проектирует, строит и монтирует стенды более 200 выставок в год по всей России и за рубежом. В портфолио компании-застройщика – Петербургский международный экономический форум, Петербургский международный газовый форум, Российский международный энергетический форум, Нева, Распром и многие другие. Четко, словно метроном, работает подразделение старейшей логистической компании Санкт-Петербурга «Панбалтсервис». Логистический инструмент обслуживает свыше 80 отечественных и зарубежных мероприятий в год. «Экспофорум International» виртуозно оказывает рекламное, маркетинговое и пиар-сопровождение мероприятий. На самых высоких нотах проходит прием и размещение в гостиницах, организация культурной программы для гостей. Разнообразие гамм в произведении – заслуга дочерней компании «Карамель Кейтеринг», способной одновременно обслуживать до 3000 человек, предлагая блюда ресторанного уровня. На площадках компании ежегодно проходит более 70 выставочных и 300 конгрессных мероприятий. Гамма из полусотни событий другого формата – съезды, шоу, корпоративные встречи и спортивные состязания. Заключены стратегические соглашения до 2023 года с российскими и зарубежными игроками индустрии встреч. «Экспофорум International» – участник престижных международных ассоциаций. В 2019 году была принята новая стратегия компании до 2023 года – «Эксполет», в основе которой лежит клиентоориентированность, развитие концепции смарт-площадки и создание MICE-кластера. С 2019 года исполнительная дирекция Российского союза выставок и ярмарок переехала в Санкт-Петербург. Генеральный директор «Экспофорума» Сергей Георгиевич Воронков был избран президентом союза. В портфолио компании более 40 собственных произведений. Выставка «Агрорусь» – это более 1000 экспонентов из 17 стран мира. Дни промышленности и инноваций в Санкт-Петербурге объединяют сразу несколько событий. В рамках единой деловой программы более 70 мероприятий, более 10 тысяч посетителей-специалистов. Выставка «Зоошоу» проводится уже 25 лет. Выставка и конференция по судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа Нева за 29 лет стала крупнейшей в России и СНГ и одной из крупнейших в мире гражданских морских выставок. Выставка «Ипосфера» – это единственное в России конное мероприятие такого масштаба. «Экспофорум International» – центр притяжения на юге Санкт-Петербурга. Перспективные направления деятельности компании – организация спортивных и ивент-мероприятий. В 2016 году компания «Экспофорум International» выступила оператором петербургского этапа юбилейного 80-го чемпионата мира по хоккею.
Совместно с другими игроками MICE-индустрии компания реализует зонтичные проекты. Петербургский международный газовый форум входит в топ-3 российских выставочных проектов в данной отрасли. Петербургский международный форум здоровья является единой площадкой для профессионалов в области здравоохранения. Российский международный энергетический форум объединяет обширную конгрессную программу и одну из ведущих российских отраслевых экспозиций. Компания Expoform International входит в топ-5 на российском MICE-рынке с опытом оказания PCO and DMC услуг более 50 лет. Компания предлагает под ключ услуги мирового уровня, такие как менеджмент ассоциаций, конгресс и делегат-менеджмент, а также travel-поддержку. В 2019 году Expoform International организовал 3 коммерческих бизнес-тура в Китай и Индию. В перспективе направления – организация байерских делегаций из России на крупнейшие отраслевые выставки за рубеж. В Петербурге сегодня открылся конгрессный центр «Экспофорум». «Экспофорум International» — это слаженный оркестр, который создает на конгрессно-выставочном рынке Санкт-Петербурга произведения международного масштаба.